Солдат, мне доложили, ты так и не встретился с группой «Браво». Прибавь шагу, они не будут ждать тебя. Надо как можно быстрее добраться до центра связи. Гордится своим уровнем безопасности труда. Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности. Главный научный сотрудник, руководитель проекта СФД. Субатомный фазовый конструктор полностью введен в эксплуатацию. Исследовательские данные, которые мы собрали на текущий момент, весьма впечатляют. К сожалению, на прошлой неделе случилось ужасное ЧП. Лаборант Паттерсон регулировал один из кварковых излучателей ткани. Свидетели утверждают, что он что-то пробормотал, и попятился прямо в расщепляющий луч. Ему срезало затылок, зрелище было неаппетитное. Он жил еще несколько минут, хотя я не уверен, что такое состояние можно назвать жизнью. Но его глаза вращались в орбитах, и он пытался что-то сказать. Хотя после потери такого количества мозгового вещества, это наверняка были всего лишь рефлекторные действия. Как бы то ни было, после этого я ввел новые меры безопасности в лабораторию. И мы набили один из шкафов медикаментами. Код шкафа 752. Конец записи.
утечка газа перекрыта. Огонь потушен. Думал, что я один уцелел. У гидракона полетели предохранители. Парень, он может рвануть в любой момент. Ты поосторожней с оружием. Если шальная пуля пробьет стеклянный щит, тут все взлетит на воздух. Я постараюсь стабилизировать установку. Когда она будет работать нормально, я пойду в научный отдел. Thank you.
без войн. Мечта или реальность?